Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы готовим очень вкусного зайца с овощами. Нам для этого понадобится заяц, или кролик, или нутрия. Также понадобится капуста, помидоры, сладкий перец, картошка, лук, чеснок, по желанию острый перец, черный перец, соль, томатная паста и растительное масло. Блюдо очень вкусное. Зайца предварительно нужно порубить порционными кусочками, а все овощи тоже мелко порезать. Ну вот, все порезано, начинаем быстро готовить. Зажигаем огонь. У меня это сковорода Wok, очень хорошо подойдет казан чугунный. В общем, нужна любая посуда с высоким бортом. Наливаем масло. Масло разогрелось. Отправляем сюда зайчатину. И хорошо обжариваем до румяной корочки. Время от времени не забываем перемешивать, чтобы все равномерно поджарилось. Заяц начал подрумяниваться. Забыл сказать, что сюда я еще положу копченую свиную грудинку, чтобы был легкий копченый аромат. Жарим еще минут 5. Сразу же кидаем лук. И жарим, чтобы лук немного подрумянился. Лук стал подрумяниваться. Я сюда добавил картошку. Теперь жарим с картошкой еще минут 10. Можно немного посолить и поперчить. Картошка стала поджариваться. Отправляем сюда капусту. И сразу же добавляем сюда болгарский перец. Жарим так еще минут 10. По желанию добавляем сюда красный острый перец. Это кто любит остренькое. Картошка почти готова. Отправляем сюда помидоры. Тушим еще минут 10. Помидоры протушились минут 5. Отправляем сюда чеснок. Добавляем томатную пасту. Делаем огонь тише. Все перемешиваем. Очень вкусный аромат идет. Теперь накрываем крышкой и на самом малом огне тушим до полной готовности мяса. Мясо полностью готово, отделяется от костей. Я это все выключаю. Теперь ждем примерно часик, чтобы настоялось, и можно пробовать. Ну что, друзья, пробуем вкусного зайчика. Сегодня большой праздник, день ВДВ, праздник настоящих мужчин. У меня племянник служил в ВДВ. Ромочка, поздравляю тебя. Ты хоть сейчас и далеко, на другом конце света, но все равно ты чтишь наши традиции. Всех ребят, всех мужиков настоящих поздравляю.
Удачи вам, счастья, здоровья. Я хоть и моряк, с воздушным флотом не связан, но у меня у самого 3 прыжка с парашютом. 2 с самолета и 1 с вертолета. Так что немного представляю, что это такое. За вас, ребята. Всем удачи, всем счастья. И никогда не воевать. Ну, пробуем. Что? Вот зайчик получился совершенно мягкий. Вот он протушился, вот мясо прямо отделяется от костей. Это то, что я и хотел. А вот эта вот овощная подушечка с подливкой, это вообще сказочно. Это так вкусно. Вот, вот зайчик тоже вот такой вот. Прям отделяется все. Очень вкусное мясо получилось. Не сухое. И самое главное, что не скажешь, что это заяц даже. Я думаю, что, наверное, никто не поймет. Если вот так будут кто-то пробовать, то никто не поймет, что это за мясо. Потому что совершенно нет вот этого дикого привкуса. Чувствуется, что мясо такое плотное, темное. Видно, что это что-то такое мясное. Прям совсем мясное. Но не поймешь, что это заяц. Очень вкусный получился. Нежный. Очень хорошо здесь вот эта копченая грудинка свиная. Она прям так в тему зашла здесь. Совершенно хорошо себя ведет. Аромат дает. Привкус хороший дает. Прям очень хорошее блюдо. Очень вкусно получается мясо вот так с овощами. Не обязательно, конечно, брать зайца. Можно взять любое другое мясо. Нутрию, кролика. Можно взять баранину, свинину, говядину. Я думаю, вот в таком виде все получится вкусно. Вот прям мне очень нравится. Хорошее, вкусное, такое сытное, настоящее мужское блюдо. И главное, что оно готовится легко. Ничего такого здесь сверхъестественного нет.